Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Ферзофон, который продлится с 10 по 17 августа. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Выживание в потоке». Чтобы его выполнить, вам необходимо найти абсолютно любого драйватара в открытом мире и завершить с ним гонку. Сделать это нужно 5 раз. За следующее испытание можно получить 35 тысяч кредитов, а называется оно «Оставь свой след». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику прогрев шин 15 раз. Ну а чтобы выполнить эту технику, вам необходимо заставить ваш автомобиль буксовать. За следующее испытание можно получить 60 тысяч опыта, а называется оно «Смотрите все». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Выпендрёж» 5 раз. Ну а чтобы выполнить эту технику, вам необходимо зайти в гонку. А засчитывается она при обгоне соперника в дрифте. За следующее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно «Ярчайший свет». Чтобы его выполнить, вам понадобится автомобиль марки Porsche. Ну а для выполнения испытания вам необходимо выиграть уличную гонку. Ну а главный приз за этот Ферзофон — это Porsche 911 Turbo 3.3. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Ферзофон, который стартует 17 августа. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.